Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Убийство, лейтенант. Охренеть, лучше некуда. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что ты сказал? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной! Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли.
Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Но в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида, сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом, похоже. Андроид убил жертву ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Эй, куда стул-то поволок?
Надо кое-что проверить. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори им. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда! Ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно как день. Я ее проучу. Она у меня сейчас за все огребет. Сама напросилась. Только сперва закинусь. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне. А то вломлю посильнее, чем в тот раз. Мог жить нормально. Была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать.
Я для нее в лепешку расшибался. Но ей же все мало. Ей же всегда было мало! Это маленькая мерзавка! Все из-за нее! Да. Я ей покажу, где ее место! Отец не может так поступать с дочерью. Алиса! Папа очень зол! Хватит! Прекратите! Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Иди сюда, тварь! Не надо, не трогай! Отойди от нее! Я не гонялся! Могу сказать, это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает.
Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь! Лео, вам стоит послушать своего отца. Уходите, быстро. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! Иди, а что иди! В нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Да, да. Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Че стоишь, зассал, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Но... Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай вот его! Что? Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу, и все будет насрать. И знаешь почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место! Карл, нет! Нет, Карл, нет. Люди, хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас, не надо. Помни, Маркус, не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет. 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 Папа. Нет. Не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Андроид. Это был андроид.